Добрый день, ребята! 5 октября – Международный день учителя. Впервые этот праздник был отмечен в 1965 году в Советском Союзе и отмечался ежегодно в первое воскресенье октября. А с 1994 года День учителя отмечается 5 октября и совпадает с Международным днем учителя. В этот день устраивают торжественные мероприятия, посвященные учителям. Также дети дарят сувениры, цветы и памятные открытки. И сегодня я предлагаю вместе с вами попробовать сделать подарок учителю – открытку. Для этого нам понадобится двусторонний картон, можно взять офисную бумагу, бумагу для скрапбукинга, стразики, ножницы, гофрированный картон, если у кого-то есть. Если нет, можно взять простой картон. Разноцветная бумага. И, пожалуй, все. Клей и двусторонний скотч. Итак, приступим. Берем картон А4, складываем его пополам. Вырезаем вот такой полукруг. Получается у меня вот так, да? Вот такая бумага для скрапбукинга с листиками у меня. Если у вас нет бумаги для скрапбукинга, можете просто взять голубую бумагу и приклеиваем, разворачиваем и приклеиваем к основе открытки. Можно приклеить двусторонним скотчем. Если у вас нет бумаги для скрапбукинга, вы возьмете просто голубую бумажку и вырежете небольшие листики, и можно их приклеить к этой бумаге. Аккуратно равняем и приклеиваем. Получаем вот так. Теперь откладываем, закрываем и делаем вот такие листики, шаблоны листиков. Можно скачать в интернете. 3 листика, можете сделать больше. Также приклеиваем листики к полукругу. Складываем немного пополам и вот сюда приклеиваем. Вот сюда желтенькую можно приклеить посерединке. Третий листик тоже у основания полукруга. Вот получились такие листики у нас. Затем мы приступаем
Вот вырезаем вот такие карандашики из гофрированного картона. Если нет гофрированного картона, вы можете их вырезать полосочки и сложить гармошкой, и у вас получится тоже рельефные карандашики. У меня вот такая бумага. Я их также приклею, карандаши, скотчем двусторонним. Вот здесь мы еще делаем вот такие треугольнички и у основания приклеиваем их, чтобы был похож на карандаш. Вот так. Карандаш приклеим вот сюда. Зеленый можно приклеить вот так. И можно вот желтый карандашик вот приклеим сюда. Карандаши мы приклеили. Получаем вот так. Затем мы можем подписать сами с днем учителя, а можно вот распечатать. Здесь вы можете сами придумать, как это сделать. Вот с днем учителя. Вот такая надпись. Приклеиваем также ее сюда. Украсим стразиками. И в середине еще мы раскрываем и также украсим стразиками открыточку. Здесь вы можете подписать какие-то пожелания учителю. Так, возьмем вот какие-то стразики здесь. Так. Вот эти капельки. Цветочек можно взять у нас. Так. И еще одну капельку. Вот такую. Вы можете украсить по-другому, как вам нравится. Вот такая открытка у нас получается. Спасибо за участие. Открыточка готова.